В эти минуты проходит торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады трудящихся. Наша съемочная группа передает из Чувашского государственного театра оперы и балета. Все эти люди – спортсмены-любители. У них нет побед в профессиональных соревнованиях. Но они и дня не могут прожить без спорта. Здоровый образ жизни прочно вошел в их жизнь. Участниками спартакиады стали работники трудовых коллективов со многих регионов страны. Многие приехали с семьями. Я рад вас приветствовать на чувашской земле, в городе Чебоксары, на великой реке Матушка Волга, которая объединяет десятки регионов Российской Федерации. Спортивный человек эффективен и в семье, и на работе, и на производстве. И то, что четвертый раз эта спартакиада проходит у нас, я просто счастлив. Для нас это высокая честь принимать регионы России. Чувашию на Всероссийской спартакиаде представляют 36 спортсменов. В состав команды вошли представители крупнейших предприятий республики. О том, какой регион можно назвать самым спортивным, мы узнаем в понедельник.